Нам очень повезло. Мама сегодня уехала в командировку на неделю. Заходите. Вот, добро пожаловать ко мне домой. Я так устала от этих приключений. Я хочу спать. И я. Это мама, прячьтесь! Привет, доченька. Ты как? Мама, ты так быстро вернулась. Мама, Диана, чё? Работает в игре в кальмара? Я забыла свой чемодан. Нет. Ты чего? Я так соскучилась, мама. Я тоже, но мне надо бежать. Если она нас увидит, нам конец. Мы же знаем ее тайну. Нет, еще не конец. Вот сюда пряжемся. Быстрей. Как тут тесно. Просто кому-то надо свою мягкую точку туда запихнуть. Эй, вылезай. Все. Все. Нет, пожалуйста, не надо! Все, что не надо? Чемодан мне надо! Мне не до твоих игр, мне надо на работу! Хорошо. Они в чемодане! Постой, я с тобой на работу! Зачем? Ты же не любишь мою работу! А вот уже полюбила, ну возьми меня с собой, я прям рождена для этой работы. Вот прям в прямом смысле. Ну это да, как сейчас помню, родилась ты на первой игре в кальмара. Принято. Отнеси это ко мне в кабинет. Пойдем, я тебе все покажу. Тут столько всего изменилось. А вот твоя нянька, ты ее помнишь? Угу. Пойдем, в общем, пойдем сейчас. А я сейчас в туалет схожу, он там же, да? Да, там. Хорошо, мы тебя ждем внизу. Ничего прикольного. Есть план. Сейчас. Точно. Мы переоденемся вот в этот костюм. Выберемся незаметно. Отлично. Счет мне подсказывает, что это плохая затея. Опа, стоп. Игроки должны быть так, в комнате. Так, что тут происходит? Так, ну-ка отпустили ее, это моя дочь. Нет, не можем. Они подписали договор. Надевая костюм, они автоматически становятся игроками. Что? Ну, правило есть правило. Маму! Ничего, не знаю, проходим, все, кабинет. Комната ваша новая. Проходим. Бери свои, а мне. Давай, проходим. Сейчас тут оставлю, ну давай быстрее.
Так, все, спите, завтра у вас игра. Как тут спать? На полу, что ли? Я вообще-то не буду на грязном полу спать. Мам, где мне спать? Мне кровать нужна! Мам, где? А можно быстрее? Вот, другое дело! Босса. Отвали прятки! Угадай, где какой знак? Чё? Ребята, скорее пишите в комментариях, где какой знак. Под каким номером какой знак? Ну вот. Можно. В следующей серии. Нет. А! Я думал.